уже, по-моему, 6-й концерт фестиваля Top Film Music. Даже, видите, лето уже потихонечку близится к концу и своему логическому завершению. И фестиваль тоже. Ну и сегодня концерт, как я уже сказал, 6-й. И откроет его наш гость из Санкт-Петербурга своими искрометными блюзами, своим потрясающим звучанием, своей гитары, своим, я бы сказал, действующим гипнотически на многих людей голосом, своими потрясающими текстами, стихами. Замечательный Кирилл Комаров. Встречайте. Друзья, вот скоро начнется концерт, где я буду играть на фестивале Top Film Music в Филевском парке. Это, я слышал много, что это чудесный фестиваль, и здесь собираются замечательные музыканты, и прекрасный звук, и комары не кусают. Вот, и я решил проверить это все на себе, и, по-моему, атмосфера здесь очень хорошая. Здесь, во-первых, везет с погодой. Это, значит, Господь благоволит данному мероприятию. Я надеюсь, что все пройдет сегодня хорошо, потому что звук классный, и люди собираются. Приходите и вы. На двух юных актрис. Очень хочется выйти на бис, но зал пуст. Но в этом городе должен быть бар, где я верну свой небесный дар. И хотя пожар уничтожил следы, теперь я знаю точно, дым-дым-дым, это надолго. Друзья, вот такую машину, вот Lamborghini последней модели дают всем музыкантам, которые лажают не больше 3 раз на фестивале Top Film Music в Филевском парке. И я счастливый обладатель вот такой вот тарантаса. И приглашаю всех музыкантов откликаться на приглашение Коли Топникова поучаствовать в фестивале, потому что фестиваль, я надеюсь, будет расти и будет захватывать новые пространства и души слушателей, потому что все здесь хорошо. Приходите, пожалуйста, на фестиваль Top Film Music, Филевский парк. Вот мы, группа Алоэ, мы приехали на фестиваль. Замечательный город. Замечательный город Москва. Здесь в парк Фили. Просто удивительное место. На самом деле я, хотя живу в Королеве уже очень давно, в Москве, разумеется, бываю часто, но в парке Фили оказался первый раз сегодня. Очень приятно здесь играть, и к тому же сам фестиваль, он нам очень подходит. Мы очень благодарны Николаю Топникову, потому что он про нас не забывает. А мы-то про него всегда помним, потому что все фестивали, которые Коля делает, это всегда что-то замечательное, что-то необычное. И оно отличается интеллигентностью, как правило. Это не глупые песни, не банальная музыка, это хороший, не агрессивный звук, такой качественный. И, разумеется, нам хочется тоже как-то здесь выступить хорошо. Мы старались. Я надеюсь, мы сыграем все, как задумали. Я не успел ничего понять, а уже покорно шел за тобой. Я помню, как увидел. Ты
Илья Сандалов. Бас-гитара Константин Дадашян и Балуэ. Ну вот и закончился концерт наш. У меня ощущения хорошие. Удовлетворительные. Я удовлетворен. Хочется выразить благодарность. Во-первых, публике, которая пришла, несмотря на то, что а вдруг дождь, а вдруг там, ну, в общем, четверг, еще завтра на работу людям, но тем не менее полный зал, очень теплая атмосфера, хороший звук, огромное спасибо фестивалю. Ну, Колю Топникова-то я давно знаю, и, в общем, поэтому и согласились, потому что, в общем, он всегда предлагает очень интересные проекты, и это один из самых интересных проектов в этом году, в котором мы участвовали. То есть очень хорошая компания музыкантов. Я с удовольствием послушал Кирилла Комарова, давно его не слышал. Он все так же прекрасен. Вот. И мы сыграли, в общем, много и с удовольствием. Спасибо большое. Мы рады, что поучаствовали в этом замечательном фестивале. Ура! Ну вот и закончился 6-й концерт фестиваля Top Philly Music. Выступали Игорь Бычков и группа «Алоэ» и питерский гость Кирилл Комаров. Все было замечательно, все было прекрасно, хорошая атмосфера, прекрасный воздух, прекрасная погода, отличная температура. Обещали дождь, никакого дождя не было. Снова погода нам сделала существенную уступку. Следующий концерт, заключительный из четверговых концертов в летнем кинотеатре парка Фили, 25 августа. Здесь, на сцене летнего кинотеатра, выступит виртуозный инструментальный дуэт «Белый остров». Юрий Матвеев, Артем Якушенко.